Лагерь дневного пребывания в Самарской школе номер 12 работает четвертый год. Школьники здесь находятся с 8 утра до 6 вечера. Они занимаются творчеством, спортом. Предусмотрено трехразовое питание. Директор школы уверена, в лагере созданы все условия для комфортного и запоминающегося отдыха. Они ходят, посещают музей нашего города, различные библиотеки, мастер-классы. Помимо этого, в образовательную деятельность у них входит английский язык, робототехника. Они оттачивают свои навыки письма с помощью каллиграфии, что является очень важным. Дети радуются жизни, потому что детство – это самый лучший праздник. Когда они выходят за пределы лагеря, тем более погода позволяет, мы покупаем им мороженое, а мороженое и сладости – это самое лучшее в этом возрасте. Всего в Самаре в этом году работает 196 лагерей дневного пребывания. Соблюдение всех нормативов и качество отдыха детей оценили члены Общественной палаты Самары. Во время объезда лагерей они пообщались с руководителями учреждений и детьми. Пришли к выводу, что отдых организован на должном уровне. Подходы к формированию, они у каждого образовательной организации разные, но прежде всего в интересах детей. Это самое важное, что мы сегодня увидели. Из бесед с детьми. Это самое главное, потому что их не обманешь, их не настроишь, им не придумаешь ничего, потому что они говорят искренне, заинтересованы. Когда они улыбаются и с удовольствием рассказывают об этом, да, то это замечательно. В этом году в лагерях дневного пребывания Самары отдохнут более 15 тысяч детей. Работа комиссии Общественной палаты продолжится. В планах проверить качество детского отдыха в загородных лагерях. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.